Тельцы, всем привет! Меня зовут Ева Лексер. Я рада вас приветствовать на своем канале. И в данном видео мы будем смотреть с вами ваш таро-прогноз на сентябрь 2020 года. Работать я буду сегодня с двумя колодами. Первая основная колода у нас это Грааль забытых историй. И вспомогательная это у нас Викторианская Ленорман от Таро Ка Студио. Для тех, кто впервые на моем канале, расскажу, как мы с вами будем выстраивать работу. Мы с вами посмотрим общие энергии месяца, а также те события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Плюс мы посмотрим с вами совет от карт, как вам наиболее благоприятно и продуктивно провести данный период. На Ленорман мы с вами будем смотреть неожиданности данного периода. Настраивайтесь на расклад. Можете даже мысленно задать, проговорить вопросы. Особенно, если вас что-то волнует в сентябре. Вот посмотрим. Оправдаются ли ваши ожидания или не оправдаются? Итак, начинаем смотреть. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы? Что ожидает в плане финансов? Здоровья? Личной жизни? И совет от карт. Итак. Ух ты! У вас на общую атмосферу месяца прям какие-то судьбоносные события. Сейчас давайте даже дотянем, с чем это связано. Так, это аркан, который указывает либо на обращение к эзотерикам для прояснения каких-то глобальных ситуаций. У кого-то, в принципе, это может быть желание уйти в эзотерику для того, чтобы для самого себя, либо само себя расставить точки над «и», заняться духовным и личностным ростом. Но тут могут быть какие-то кардинальные ключевые изменения. Давайте посмотрим, чего они могут коснуться. Так. Туз мечей, семерка пентаклей, восьмерка пентаклей. Здесь как могут быть глобальные перемены в плане работы. Это первое, что могу вам сказать. Сейчас будем смотреть, в какую сторону. И второй момент, это как ситуация откупа. Знаете, как за что-то придется заплатить. Интересно. Сейчас будем прояснять, смотреть. Но пока ситуация, информация идет именно так. Потому что это как... Ну, я понимаю, прозвучит как-то, может, для кого-то бредово, как вернуть за что-то долг. Хорошо. Будем смотреть. Что ожидает по работе? По работе все прекрасно. Старший аркан влюбленный указывает на поддержку, на реализацию новых проектов, либо вы можете вести несколько проектов. Кто-то может вам помочь, в принципе, в каких-то стартапах, в начинаниях. Это помощь, поддержка. А кто-то из вас может взять себе соучредителя, компаньона, либо кому-то, в принципе, предложить сотрудничество. Если смотреть на этот аркан, и вы на текущий момент в статусе неработающего пенсионера, то карта указывает на помощь и поддержку со стороны вашей второй половины. Если такового у вас нет, это, знаете, как с кем-то совместно попытаться что-то начать, открыть, либо взаимодействовать, сотрудничать. Для тех же, кто на текущий момент находится в статусе соискателя, но здесь как окажут вам помощь или протекцию для того, чтобы вы трудоустроились. Для тех же, кто работает по найму, это шикарные перспективы. Кто-то будет лоббировать ваши интересы, продвигать ваши кандидатуры в плане повышения по карьерной лестнице, в плане заработка, увеличения доходов. Ну а если свой бизнес у вас, то это однозначно новая партнерская деятельность, которая, видите, по солнцу будет крайне успешна. Поэтому, что касаемо вопросов заработка и работы, вот видите, здесь перемены. То есть они указывают на новые возможности. Что у вас здесь в плане финансов? По финансам десятка жезлов. Деньги, которые даются тяжело, потому что, видите, это как прикладывать много усилий для достижения определенных результатов. Но будете ли вы довольны своим финансовым положением в рамках этого месяца? Жрица закрывает информацию. Но могу сказать так. Если вы практик, то однозначно будете довольны. Но у вас даже дно колоды, видите, туз пентаклей. Либо же еще такой момент. Многие из вас могут не то чтобы зарабатывать нечестным путем, хотя может быть и такая ситуация. Либо заработок, который у вас будет, вы не будете декларировать. То есть скрывать свои доходы. Соответственно, уклоняться от уплаты налогов. Я сюда положу аркан. Но вот здесь по этим арканам ситуация, да, заработок дается тяжело, но он будет стабильный и будет высокий.
Хорошо, смотрим, что у вас здесь по ситуации здоровья. Четверка пентаклей у нас с вами указывают на нюансы, на вопросы, на проекты, когда нужно провести какие-то профилактические работы. То есть заранее позаботиться о том, чтобы вы укрепили свое состояние здоровья. То есть для кого-то это просто пропить БАДы, для кого-то сдать анализы, обратиться к своему лечащему врачу за его рекомендациями. Если есть хронические заболевания, не оттягивать их в долгий ящик, а уже предпринимать какие-то действия для того, чтобы, скажем так, стабилизировать свое состояние. Видите, по императору, чтобы состояние здоровья было стабильным. Об этом идет речь. Хорошо, давайте смотреть, что у вас здесь по личной жизни. Четверка мечей. Ну, по четверке мечей либо тихо, спокойно, либо никаких перемен, ничего нового. Но давайте будем прояснять. Но для тех, кто на текущий момент свободен, я думаю, ситуация здесь однозначно будет ясна. Почему? Потому что по семерке кубков это как искать, либо выжидать, пока не появится предмет ваших желаний, либо пока не появится человек, который не будет соответствовать вашей планке, вашим амбициям. Это, знаете, как находиться по-прежнему в поиске до тех пор, пока не появится личность, которая сможет дотронуться до струн вашей души, до глубины вашего нутра, в принципе. Поэтому, вот видите, сохранять статус-кво. Хорошо, давайте посмотрим для тех, кто в нестабильных взаимоотношениях, любовных треугольниках, квадратах. Но здесь пламя страсти горит, кипит, и вы будете каким-то образом это гасить. Для мужчины здесь проиграется либо женщина огненной стихии, либо с асцендентом в этом знаке, очень страстная, очень такая яркая. И вот по четверке мечей это будут попытки ваши отстраняться, либо ставить на паузу, потому что слишком залипаете. Если смотрит здесь женщина, то это вы будете гасить свою инициативность. С какой целью? Дабы прояснить ситуацию, понять, осознать, нужны ли вам эти отношения в принципе, что вам с ними делать. Сейчас посмотрим для тех, у кого стабильные семейные связи, как для вас будет отыгрываться данная ситуация. У вас здесь королева пентаклей. Ну, знаете как, характер развития вашей личной жизни зависит исключительно от вас. Здесь стабильность, здесь уют, здесь покой и гармония, и в принципе состояние вашей пары зависит только от вас, девочки. Потому что здесь, это знаете, как хранительница домашнего очага. Если смотрит меня здесь мужчина, и вы на текущий момент женаты, то все стабильно, ровно, спокойно. Забота, уют, любовь, ласка, внимание и понимание. Поэтому здесь никаких перемен таких знаковых по личной жизни у вас нет. Давайте смотреть, что у вас здесь на совет. Ух ты, блин, на совет колесов. Ну, смотрите, тут у вас... Давайте подниму арканы, чтобы было видно. Тут у вас судьба. Тут у вас колесо фортуны. Совет, как ловить свой шанс, свои возможности, кардинальные перемены по судьбе. Но давайте я даже еще раз уточню, с чем они у вас здесь связаны. Прям вот такие вот первые, вот первые, последние арканы. Видите, насколько значимые. Перемены однозначно коснутся работы. Вот было видно по этим картам и вот по этому аркану. Давайте убедимся, что же здесь у вас таковое. Суд, луна. Двойка мечей, суд, луна. Значит, каковы здесь могут быть кардинальные перемены? У кого-то в первую очередь, ну, я озвучу несколько вариантов, которые по этим картам. Понятно, что для каждого будет созвучна своя ситуация. Если в плане бизнеса и работы, наконец-то, как найти свою нишу, кто-то, может быть, кардинальным образом поменяет свою профориентацию и по аркану луна будет заниматься тем, к чему давно тяготела душа. Первое. Второе. У кого-то кардинальные перемены будут связаны с вопросами чистки, снятия деструктивных и родовых программ и обретения, в принципе, знаете, как нового потенциала. Причем по Луне у кого-то кардинальным образом может открыться интуиция. Кстати, смотрите, какова здесь ситуация по картам. В рамках сентября месяца для тех, кто не практикует, может состояться какое-то знаковое событие у кого-то, ну, по-разному. Ну, я не знаю, что там, не знаю, где-то рождение, какая-то шоковая, стрессовая ситуация, где у вас может открыться потенциал и возможности к вопросам ясновидения и яснослышания. И впоследствии вы можете уйти в эзотерику. Но это то, что идет по картам. Если не привязываться к этим нюансам, то здесь... Ну, понимаете, для многих это еще бороться со своими пороками, потому что у вас борется темное и светлое.
И здесь могу сказать по связке карт, вот для многих это будут какие-то кардинальные либо знаковые чистки, как я говорила, ситуации откупа, для того, чтобы решать ваши жизненные проблемы. Для тельцов, для многих тельцов, в первую очередь, это решить вопросы открытия денежного канала. Это чистки энергетики. У кого-то это как чистка от проблем по здоровью. И знаете, как здесь ставить вопрос ребром для некоторых, потому что вот туз мечей отсекает. Вот у кого были застои по личной жизни, суд и луна – это тоже вопросы, знаете, как вид семейный домашний очаг. Если посмотреть, то для многих из вас сентябрь будет очень знаковым. Вот эти карты, ну, они являются здесь ключевыми. Но давайте посмотрим на неожиданность данного периода. Как по факту будет развиваться здесь для вас ситуация. Собака, рыбы, птицы. Увеличение прибыли, увеличение дохода, новые связи, новые возможности, кардинальные перемены по работе, которые вам помогут не только удвоить, утроить доход. У вас даже дно колоды коса. Это, знаете, как косить урожай, либо собирать урожай. И сентябрь к тому самое время. Поэтому, тельцы, не упускайте возможность, держите ушки на макушке. И самое главное, отслеживайте тенденции, не упускайте любых возможностей, потому что а люди к вам многие могут приходить с предложениями очень интересными. Услышьте их, не упустите эти возможности, потому что здесь большинство из вас кардинальным образом могут поменять свою судьбу в лучшую сторону. Это факт. У многих через вопросы чисток, видите, опять же падает метла, вымести все старое из своей жизни. Переживания, блоки, которые вот у вас по тучам идут. Вот видите, здесь вот поддержка. То есть это будете делать не самостоятельно, кто-то будет помогать и касаться, в первую очередь, это будет бизнеса и работы. Ну, буду ждать от вас обратной связи, тельцы. Как по факту у вас отыграется данная ситуация. Для тех же, кого интересуют мои индивидуальные консультации, либо обучение, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Оставляйте свои голосовые или текстовые сообщения на Viber или WhatsApp. Мой админ Анастасия с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Я же с вами не прощаюсь. До новых встреч!